Российская международная академия туризма присоединилась ко всемирному празднику Дню туризма. В парке Величко в Химках собрались преподаватели вуза, студенты и будущие путешественники. Началось мероприятие с торжественной церемонии награждения, а после на площадке прошли игры и конкурсы. По традиции на Всемирном дне туризма у нас спортивно-туристский квест по парку. Стритбол, волейбол и мини-футбол. В спортивных мероприятиях рассказывают преподаватели, студентам академии нет равных. Недавно они даже выиграли президентский грант. В рамках этого гранта мы получили 3,5 миллиона рублей из президентского фонда. Мы купили оборудование туристическое, провели серию мероприятий, выпустили листовки, издали книги. То есть многое сделано, уже сделано для того, чтобы молодежь почувствовала, что они являются борцами за вот такой образ жизни здоровой. Также на празднике ребята спели туристические песни и посетили полевую кухню. Прошло и посвящение в туристы. Соревновались в умении ставить палатки, перетягивали канаты, приняли участие в мастер-классах по ориентированию на местности.